Выполнили мы с тобой на предыдущей карте все легенды. Теперь будем приступать к выполнению всех легенд на второй карте. Я готова. Первая легенда называется «Кровавые слезы». Вот без подсказки сможешь ее разгадать? Кровавые слезы? Как без... В смысле? Это история об отце, чье сердце разбито. Они схватили весла, где дочь догоняет великую мать. Что было синим, стало красным. И память о мальчике ушла на дно. Любое воспоминание утешит отцовскую боль. Вот без подсказки сможешь разгадать? Я бы ни за что не разгадал эту легенду без подсказки. Не знаю. Ну, пошли за мной. Угу. Ну, то, что история какова. Отец с мальчиком плыли на лодке, потом, видимо, лодка перевернулась. И видишь, написано, память о мальчике ушла на дно. То есть, то, что было там в лодке, ушло на дно. То есть, нам на дне надо искать. Вопрос, где... Где была лодка? Ну а где была лодка? Где дочь догоняет великую мать? Вот можешь разгадать эту загадку? Ну откуда, я же не туземка. Где дочь догоняет великую мать? Великая мать у нас кто? Великая мать у нас земля. Нет. Ладно, говорю тебе, что это такое. Великая мать — это река большая. Да, возможно, великая мать река, да. А дочь – это маленькая река. Так вот, место, где дочь догоняет великую мать, это устье реки. Устье реки? Да. Вот мы сейчас стоим, вот она, речка впадает вот в эту великую мать, большую реку. И, в общем, надо нырять и искать что-то на дне. Только будешь нырять, постарайся не потонуть. Понятно. Поняла? Что-то на дне мы должны тут найти. Карта, новое место. Рыбы плавают. Нашла весло. Ой, так быстро. Ну, а чё не подбираешь? А, нет. Браслет вот тут лежал. Возле весла? Да. Ой. Ну, понятно. Чуть не потонул. Вот такая загадка. Там около весла лежал, вот, видишь, лодка. Ну, понятно. Тут вот труп лежит какой-то. Где труп, я не вижу. Ну, около лодки. А, вот вижу, да. А тут два весла вот туда. Вот, и там лежал... браслет. Я его подобрал. Так, а у меня почему-то... Почему-то рана. Я там что, поранился? Поранился? Может быть, тебя пиранья покусала? Не знаю, на руке рана. После того, как я нырнул. Показать браслет старейшине. Все. Возвращаемся в деревню и показываем ему браслет. Здесь у нас больше ничего нету поблизости. Нет. Грибочки не покушай, они тебе восстановят силы. Да у меня полное все. У меня все полное. Это не стыдно. Костер будем тушить или пусть... А, он сейчас догорит. Ну, это ничего не забирай, тут это пусть все тут будет. Потому что мы потом еще сюда придем. Аня, ты где? Грибочки кушаю. Пошли в лагерь. Иду.
Это пускай тут все лежит. Пускай. Мы потом сюда вернемся. А он сейчас уже догорит. Вода чистая, пускай будет. Идешь? Иду. Вернуться в лагерь и отдать старейшине этот браслет. Так, ну вот, пришли мы в деревню. И теперь этот браслет, который был на дне, нужно отдать старейшине. А это что тут такое? Нужные это... предметы. Бревно. Это я чуть позже скажу. Угу. Так. Я нашел это в реке. У тебя текст видно? Ого, сюда двери сразу. Да. Смотри, сколько здесь женщин сразу стало. Ну мы же спасли. Эти спят, и воины, смотри, спят. А это вот, видишь, что здесь? Надо бревно. Это знаешь, что такое? Это следующая легенда. Называется «Дары джунглей». Смерть длинноносого пойдет на пользу деревни. Когда шаман прикрепит кожу к дереву, ни один охотник не потеряется в тумане, когда услышит песню зверя. В линиях скрыто волшебство, никогда не видел, как светит солнце. Но когда джунгли проливают слезы, он выпьет появившуюся воду. В общем, надо здесь делать в деревне Аня барабан. Так что тащи бревно. Я пока разгружусь, а то у меня руда лежит. Надо будет потом заняться переплавкой. Так, еще это. Сколько у нас этого обсидиана уже? Много. Ты бревно там принесешь? Да-да. Так, ты неси бревно, а я возьму кожу. Я тебе там дрова эти, поскидывала возле печки. Хорошо, спасибо. Неси бревно. Несу. Так, кожа детеныша тапира. Тапира я нашел случайно. Я даже сейчас, наверное, не вспомню, где. Это было где-то... Вот где-то это было вот тут, квадрат 38-19. Они, эти детеныши тапира, очень редко. Я вот говорю только, вот там вот я их нашел, путешествовал когда. 38-19, вот по-моему вот там вот. Тут около нашего дома я этих детенышей не встречал. Почему у тебя перегруз? Не знаю. Мясо, наверное, у тебя лежит. Нет. Оно тяжелое. Вот и сейчас. И он прошел тут же у меня перегрыз. Как так? А что ты сделала? Ничего не делала. Шла медленно, и он у меня пропал.
Так, мембрана. Вот мембрана делается из этой шкуры. Открыть диалог, тебе с ним разговаривать надо. А я поиграю. Да, давай поговорим с ним. Это ты стучишь? Да. А как ты стучишь? Е. А я что такое? Все? Что придумали? Так, разговариваем. Я сделал барабан для тебя и для ритуала. Новая запись барабана. Это мы что теперь барабаны можем сделать? Да. Ты вот мне скажи, вот как можно вот такой факел делать? Вот как? Никак. Почему мы его не изучили до сих пор? Это только тут, только в деревне. Мы такой факел еще не можем делать. Так, там с ним есть диалог, ну, дальше. Но пока его мы делать не будем. Потому что, в принципе, у нас доверие уже заслужено с ним. Но у нас остается еще одна легенда. Еще одна легенда, которая называется «Могучий Хакра». Танец смерти. Ну, вот это испытание, эта легенда, это уже немножко посложнее. И это сделаем мы с тобой в следующий раз. Там, потому что придется... Давай, ты Е, я Р. Давай. Давай. Ой, смотри, тут кто в гамаке спят теперь. Да, я вытянулся. Сколько тут много населения стало. Да. В этой деревне. А детей смотри, сколько много. Мужчин много прямо вообще. Мы что, столько много мужчин спасли? Да. Ну сколько мы? Человека, наверное, 4. 3, 4, 5. Так, ну ладно. На. Где-то 6 мужчин. А женщин? Женщин тоже много. 1, 2, 3. Последняя легенда, которую нам осталось на этой карте выполнить, называется «Танец смерти». Это испытание, чтобы бросить вызов невидимому Хакра. Ищи кости жертв в его логове. Ты найдешь их в темноте, но при этом глядя на небо. Чтобы взглянуть смерти в глаза, оставь жертву 3 раза после заката. Мясо, хорошо защищенное от костей, будет отличным угощением. На 4-й день появится зверь. Трофей в руке старейшего отомстит за тех, кто лишился жизни. Вот хорошо, что мы с тобой мясо несем. Да. Мясо я взяла, да? Там только нужно не просто мясо, а мясо, защищенное панцирем. Так, вот мы здесь 47-14. В общем, чтобы не гадать, сразу тебе скажу, что тут на протяжении 3 дней надо в миску класть мясо черепахи. Так, вот открытое небо, как говорится в легенде. Вот разбросанные кости. Мясо черепахи надо. Let this be the first offering. У меня есть? Я положил.
Включи факел, а то темно. Так, мясо положил. Теперь нам нужно сюда вернуться после заката, то есть на следующий день. Так что нам теперь нужно прокрутить ночь. Опять что-то выкини, у тебя опять перегруз. А у тебя живы нет? У тебя, вот, смотри, металл здесь. Или живы нету? Нету. Выкидывай вещи, Аня, выкидывай. Вернемся сюда завтра. Так, мы пришли на берег. Вот здесь вот, вдоль этого берега, вдоль этой реки, на берегу водятся черепахи. На тебе пиявка. Так, вот она ползает. Один кусок мяса мы положили. Сейчас я схожу, положу второй кусок мяса. Потом пойдем третий кусок мяса класть. Так, ты меня там в этом, в лагере подожди и приготовь супчик. Хорошо. А то у меня красное уходит. И желтого мало. По этой легенде надо мясо класть 3 раза. Поняла? Поняла. Так, от этого места на восток. Здесь озерцо. Пиявки откуда-то берутся, непонятно. Они что, на деревьях, что ли, в джунглях растут? Может. Так, озерцо. На северо-восток. Так, и вот эта пещерка. Ну как думаешь, кусок мяса пропал, который вчера положили? Не знаю. Этот зверь сюда приходит и его и съедает. Да, пропал. And another one. Last one tomorrow. Еще одно, завтра последнее. Все, иду к тебе. А здесь у нас 2 кровати с тобой лежат. Ну да, мы же тут ночевали. Так, обновилось задание Унгарака. Убить могучего хакра. 3 дня мы туда мясо клали. Вот конец 3-го дня, наступила ночь.
сейчас там должен появиться этот хакер. Лишь бы он нас не завалил, этот хакер. И где он появится? В пещере? Ну, наверное. Или придет сюда? Нет, он, наверное, там появится, в пещере, и это... Зажги-ка факел. Блин, лишь бы нас не завалил. Этот хакера. Вот скорпион. Блин, напугал меня. Скорпион. Что-то никого. Он, наверное, возле того, где кушать мы ему ложили, наверное, там будет. Не знаю, пока никого не вижу. Ты кого-нибудь видишь? Пока нет. И там нету никого. Там вон змея впереди. А. А где хакер? А я вот смотрю, он к нам сзади не подойдет. Тут нету никого. Может, мы поздно уже пришли? Не. Ночью, как раз сейчас ночь. 1:54. А металла нету. 2 часа. Не, вот металл не собрали, сейчас металла нету. А что, он сюда придет или что, где? Не знаю. Ну, наверное, сюда должен прийти, мы же ему мясо тут клали. Вот птичье гнездо собери, а я яйцо соберу. Птичье гнездо я, наверное, не соберу, у меня там 3 ячейки. Что-то уже наложено. Нет, нет места в рюкзаке. У меня, значит, там уже эти гнезда лежат. Что-то непонятно, где хакер-то. Включи факел, ничего не видно. Ну, он, наверное, испугался, передумал. Ну, мясо черепахи-то он тут кушал, значит, сюда придет. А может быть, еще раз мясо ему надо положить? Нет, тут уже, видишь, нету такого. Слышишь? Нет. Слышишь? Нет, вода капает. Какая вода? Кто-то рычит, кто-то... Как делает? Нет, не слышу. Ты аккуратней. Побежала. Я не слышу ничего. Ну куда ты побежала? Вдруг он там? Так вот я хочу посмотреть. Вон жаба валяется, тушка. Вот орешки лежат, покушай. Что-то странно. Может, он... Что-то странно. Сейчас уж светать будет. Мы, наверное, поздно пришли. Да? Да. Я, мне кажется, мы поздно пришли. Надо было бы раньше прийти. Надо было бы заранее прийти и вот здесь ждать темноты. Ну... А вот и жила появилась. А будешь добывать? Нечем. У меня тоже нет. Ну, сделай. Камни вот тут вот лежат, валяются.
Так что теперь Хакру-то на следующую ночь, что ли, идти? Ну, я хочу. Днем он, наверное, не придет. Ну, видимо, да, опять надо день прокручивать. Ну, поздно мы пришли. Ну, как поздно? К полуночи? Мы поздно пришли, Герман. Надо было прийти пораньше и здесь, в пещере, его ждать. Ну, ладно. Вот камушки лежат. Делай это, делай это. Кирку его добей, да будь еще не так. Теперь тогда... Палочка у тебя есть? Есть. Теперь тогда... На следующую ночь. Одна только. Ну все, бросай здесь пику, бери свою пику. Ну если что, перезагрузимся. Ну сейчас. Ну а как? Хакра-то нету. Какра. Вот тебе и какра. Какра, на нас, на какра. Зажигай факел. Мне кажется, что-то мы не пропустили, не знаю. Не беги ты вперед, там сейчас и змея бы, и паук может быть. Не может быть. Скорпион вон валяется. Ну что, есть там кто-нибудь? Нет. Ну, весело. Мы будем ждать здесь. Что-то странно. 21:40. А нам во сколько надо? Ну, ночью он приходит. Ну, вот и будем здесь ждать, сидеть сейчас. Всю ночь? Да. Ну, если он должен заспавниться в пещере, то при нас-то он не заспавнится, наверное. Заспавнится. Мне так кажется. Где-то рычит. Вот это что ли? А? Копье в него метнул и все. Заспавнился в пещере. Хакра. С одного копья помер. Так, сколько это было время? Это было время 00:40 минут где-то. Это было время. Хакра. И туземное копье мое. Аня отошла. Самый ответственный момент. Так, ну что, сейчас надо его лутать. И возвращаться в деревню. Цветы табака. Положить некуда.
повязочку сделаем. Хакра оказался простым. Обычная пантера. Я тут? Зажигай факел. Вот он, видишь, валяется. Где он валяется? Вот. А почему я с места не могу сойти? Не знаю. Присядь на корточки. А, вот почему. А, ты его убил, что ли, уже? Да. Ну, как я не увидела. Ну, он заспавнился, когда ты уходил. Ну, ёшки, матрёшки. Ну, включи факел. Я его уже разделываю. Что с него выпало? Мясо кошки серое какое-то. Показать трофей старейшине. А еще что с него выпало? А еще, не знаю, кости. Показать трофей старейшине. Нет, еще ищи, еще что-то выпало с него. Трофей, какой трофей с него выпал? Да ничего с него не выпало. Ну как не выпало? Блин, надо было мне разделывать. Ну надо было. Ищи в рюкзаке. Ничего нету, что ли? Ну вот кости его еще лежат и все. Надо было тебе разделывать, наверное, первым. Ну, весело. Ну, ёшки-матрёшки. Так, ну-ка, у меня в инвентаре ничего не появилось. А может потому, что у меня инвентарь был полный? Ладно, пошли к старейшине. Будем надеяться, что у нас квест засчитают. Так, пришли мы в деревню. Сейчас поговорить со старейшиной. Иди послушай разговор. Вот доказательство моей победы над черной пантерой. Масхитака Блум Дай Пента. Завершена легенда, получено 100 доверия. Получилось? Mm. А что он рукой тебе машет, типа того, иди отсюда? Ну все, я ему помог, он теперь говорит, иди отсюда. Ну, не гостеприимный как-то. Барабан можно стучать. Нам с тобой не хватает 5 очков до 1000, представляешь? Доверие 995 из 1000. Тун-тун-тун. Ты что играешь? Тун-тун-тун. Так, ну все, все легенды мы на этой карте с тобой выполнили. И теперь можно будет провести ритуал в деревне Унгарака и после этого перемещаться дальше на восток, вот в правую часть карты.